останется всего 15%. Но главное, мы убедились, что можно договориться при желании, при наличии политической воли. И они говорят, люди и в Кыргызстане, и в Узбекистане, неужели, говорит, мы будем как раньше ездить в Андижан и как раньше будем в Ош ездить? А я про себя хотел сказать, что вот я как руководитель Узбекистана, я этого очень хочу, и воля нашего моего брата Алмазбек Шаршевич такая.